И всем привет, приматы, с вами Макс Риск. Я слышу новую музыку в этой игре Edge of Waves. Перед началом ролика подпишись на канал, ставь лайк. Надо действовать быстрее. Смотрите, у нас есть энергия. Давай телепортируемся в город поближе к ракете, чтобы сэкономить время. Так, вроде бы мы повторяемся. Да, мы еще кое-что не прошли, ссылка на прошлую серию в описании. И я говорю сегодня об обновлении. Так, телепорт. Тут они охраняют, анимация прикольная. Смотри, вот ракета. Ну точки. Тут что-то не так. Так, о чем же буду разговаривать? Дорогие приматы, мы постоянно работаем над улучшением игры. И мы хотели бы поблагодарить ваше растущее сообщество игроков, которые недавно прислали нам отзывы и предложения, особенно на нашем официальном Discord сервере. Так, это первый текст, там не так уж и много вроде бы. Так, значит, давай тогда идем, вроде бы я уже повторно смотрю. Так, и другая музыка в этой игре Edge of Waves. Мы ждали вас, обезьяны, вам пришел конец. Кто не знает, что такое Edge of Waves, это возраст обезьян. Конечно, это была бы эпоха или эра обезьян. Это ловушка, нас окружили обезьяны-мутанты, полив бой героя, чтобы разбить эту армаду. Так, давай атакуем их. Кстати, отряд. Так, вот. Смотрите бой и слушайте меня. Мы рады сообщить вам, что скоро выпустим новое обновление. Сегодня, именно сегодня. Дата 12.13 НТС. Вообще непонятно когда, но где-то вечером. В течение этого периода, в течение 2 часа, ну, у нас по-другому все, вечером, 20.00, по-моему, будет, вы не сможете войти в игру. Я вошел, так что сегодня обновление я успею. Убедитесь, что вы вошли в магазин Google Play и загрузите эту последнюю версию. Это позволит каждому получить одинаковые игровой опыт. Отлично работает. Теперь отберем нашу ракету. В общем, обновление рассказывают эти разработчики. Давайте я не буду читать, про что там пишется в игре. Там так просто, а тут прям такое. Так, давай дальше. Вот новые функции, которые появятся в этой обновлении. Новый боец под названием... Друзья, я забыл про нового бойца, которому рассказать. Ладно, расскажу в этом видео. Но боец по названию переводчик. Давай. Ладно. Малыш белого обезьяна Космос. Малыш белый обезьян Космос. Его так будут звать его. Так, кома. Кошмар обезьян мутантов можно получить бесплатно. Мы получим все бесплатно это кошмара мутанта маленького космонавта. Потом вы знаете, участвуйте в событии, ну, будет время участвовать вместе с вами. Подписывайтесь в канал, лайк, ссылка на прошлую серию в описании. Смотрите следующую серию за подписку, колокольчик тоже. Это мы все знаем, как учить колокольчик. Так, новые события: великолепный противник и джунгли ралли. Новые события: великолепный противник и джунгли ралли. Потом узнаем, я не в курсе. Праздник для джанглеров. Джанглер. Кто у нас джанглеров? Которые джангируют. Так, у меня как будто лаги какие-то. Неужели игра перезапускается? Прямо сейчас обнова. Да не сейчас просто не точно дата. Так, вижу анимацию новой картиночки. Раньше такого не было картиночек. Можете посмотреть данные ролики наши. Первый левел. Ну да, я же на новом сервере. Капец, блин. Ох-ох-ох-то, я уже скучно читать вас. Так, на превьюшке, окей. Атакуем и дальше читаем. Там самое интересное. Новые события, так, мы уже почитали. Дальше. Изменения в правилах боя. Правила боя изменения. Теперь могут сражаться игроки из одного клана и разные банды. Окей, мы уже это рассказывали. Из-за серьезных травмы бывшего лидера, у клана нет лидера среди драконов.
Ну, я тоже рассказываю еще одно обновление. Чтобы побороться за право говорить, внутри клана началась битва. Это история, по-моему. Договор о территориальном сотрудничестве клана был нарушен. Был нарушен команд. Так, да, хоть что-нибудь выполним. Давай еще приматом. Так, блин, нажимайся. Я забыл про это. Так, атака. Сражайся с друг другом, чтобы построить свои собственные бандитские крепости и расширить территорию своей банды. Даже если следующий клан восстановится из-за ненависти, остановляющийся после хаотического периода, хаоса периода, боевое действие не прекратится и будет продолжаться вечно. Окей. Регулярные элиты клана занимаются зданием в битвах. Так, это тоже еще не все. Это музыка пропала, и вроде у меня есть свой комплект. Там вначале музыка была шикарная. Знаете, сейчас еще громче стало. Все, я там уменьшил. Я вас там усилил, все, нормально. Так вот. И в битвах. И станьте лидером клана. Различные сюжеты могут контролировать весь клан. Соревнуйся из контроль над штабом клана и домом клана. После возрождения лидера клана, клан положит конец хаосу и воссоединится. Модификация правил космических реликвий будет занят бандами. Реликвии. Что это такое? Ой, заняты бандами. И диапазон бонусами бафа также будет изменен на захватывающие банды. Новая постройка бандитских крепостей. Из-за гражданского войны между кланами у каждой банды должна быть собственная база. Окей, собственно, база. Это еще, конечно, не конец, что подлагивает ей во время гражданской войны между там кланами там всякими. Каждая банда начнет застраивать свою территорию. Из территории банды будет поделены все кланам. Поделены всем кланам. Ладно. Регулярное здание улучшения штаб банды требует использовать определенный предметов, который может получить сплотившись, чтобы победить великого босса. Так его же убирают, по-моему. Ну там по большему счету убирают, но некоторые останутся. Понимаю. Так, давай последний еще там, еще потом последний. Корректировка монстров. Скорректированные правила внешения видом. Внесные виды типа того. Давайте еще раз прочитаю. Внешного вида. Сложно и выпадающего награды великие обезьяны. А также удаленный босс мутант обезьяны. Удаленный. Так и так написано. Оптимизация контента. Чтобы дать вам лучший игровой опыт, мы оптимизируем отображение и прогресс работы многим интерфейсом. Мы будем рады услышать от вас об этом обновлении. Дайте нам знать свой отзыв. Пишите в комментариях, я им тоже отправлю как-то. Ну, в Дискорде там подпишу. Между тем, мы, безусловно, продолжаем исправлять ошибки и готовим к выходу много интересного контента. Следите за обновлениями и наслаждайтесь бананами. Вот такой, так скажем, данный ролик.
рассказывать про это так. Давайте изменим. Мне не нравится такой военный. Мне вот это хоть подходит. Ага, тут значит, у нас появится еще новый. Давайте возьмем это вам. Разноцветный вам. Вообще, друзья, у нас также тут присутствует никнейм. Ай-яй-яй, подожди. Я не хочу такой никнейм, я хочу Макс Риск. А ну-ка. Так, подожди. Риск. Вот так. Вот бам. Там отжимайся, как нажать. Ок. Так, подтвердить. Тратим что-то типа того одну штуку. Ну, все нормально. Так, не езди здесь. Ну, очень скоро обнова. Всякие-всякие то, что мы рассказали. Также затронет там у нас мутантов, корректировка монстров, карта, всякий клан. Там вообще почти прям все, только кроме, наверное, уже модификации интерфейса. Так, очистить. Также люблю подарочки. Ставь лайк, если ты тоже любишь. На каждой игре заходить, получая по 200 диксов, дисков на всех разных аккаунтах. Всем спасибо за просмотр, с вами был Макс Риск, и вот данный ролик подходит к концу. Как вам понравилось, продолжайте это в духе, или же нужно перейти в другой формат? Не, ну обнову нужно рассказывать, а то про что мне снять, а? Нет, хочу про обнову. Так, если мы хотим добраться до величины, то я уже читал. В общем, всем пока.